Well, can we send in a representative of Spain? On the ice, representing Spain, Celia Rodrigo Ruiz Canero. Испания в мировых танцах на льду уже отнюдь не дебютант, если не брать конкретно этот дуэт. Сегодня мы, естественно, увидим, полюбуемся, насладимся выступлением Сары Уртадо и Андреа Диаса. Это произойдет чуть попозже, а пока Селия Робледо и Луис Финеро, оба испанцы, хотя Финеро, ну, в общем, не хотя. Оба они сейчас живут и тренируются в Канаде, в Монреале, под руководством Ромна Хагенауэра и Патрика Лузона, Патриса Лузона, которых мы уже видели у Бортика. Итак, их фламенко, их пасодобль. Спортсменов, безусловно, большое будущее. Может быть, они поборются еще и за место первого номера в сборной Уртадо Диас. Во всяком случае, ничего удивительного, если они в ближайшем будущем достигнут их уровня, не будет, потому что и тренер у них хороший, и стартовая позиция тоже в целом очень неплохая. Ну и два года подряд эти спортсмены на испанском первенстве занимают второе место вслед за Уртадо Диас. Собственно, больше представителей Испании в национальном первенстве-то и нет. Ну и благодаря тому, что Сара Уртадо и Андреа Диас в последние годы выступают все успешнее и успешнее, в частности, на предыдущем первенстве континента попали они в десятку, заняли 10-е место. Это позволило Испании заявить два дуэта на этот чемпионат Европы. И вчерашние юниоры Селия Робледо и Луис Финеро и должны быть благодарны своим соотечественникам за такое выступление и за возможность представить свои программы на льду шведской Глобен Арены. Вот видите, как радуется сейчас тренерский дуэт Романа Хагенауэра, Патриса Лузона, успеху своих фигуристов. Действительно, катание пока получилось наиболее впечатляющим среди всех спортсменов, выступающих в первой разминке. Во всяком случае, впервые появляются пятерки в оценках за
компоненты. До этого оценку 5 баллов ни за один из компонентов судьи танцорам не выставляют. Что касается спортсменов, то мы сегодня неоднократно увидим фигуристов, которые переходили из одного вида в другой, в частности, в мужских соревнованиях, принял участие, отобрался в произвольную программу чех Павел Кашка, который пробовал себя в танцах с известной чешской спортсменкой Люсией Мыслевечковой, но из-за травмы партнерши вернулся в одиночное и, кстати, прошел в произвольную. Ну и здесь тоже выступали раньше эти спортсмены в других видах, в частности, партнерша Целя Робледо долгое время выступала как одиночница и катала такие известные программы, как «Принцесса Турандот», «Лебединое озеро», «Мисс Сайгон», опять же, «Малагенью», то есть ту музыку, которая нередко берется в фигурном катании. Ну вот уже третий, получается, сезон, да? Четвертый сезон начинает в качестве танцорши, и все успешнее и успешнее смотрится вместе с Луисом Фенер. На двух чемпионатах мира среди юниоров спортсмены были 24-ми и 16-ми соответственно. Ну и теперь пробуют себя на взрослом уровне. Оценки почти такие же, как у лидеров. 42,89. Это второе место. На первой позиции по-прежнему немцы 43,07. И у литовцев Тейлор Тран и Саулис Амбруляевича 42,72 балла. Здесь ведется отчаянная борьба за возможное попадание в число участников произвольного танца.